С вами Основа Персонала и Play Market Show Коваленко. Да, я снимаю. Да, я снимаю. Это подписчик мой, он просит, чтобы я снимал. Давай побьем красно. Какой канал? Да ладно тебе. Уже. Да я уже снимаю уже 3 года, а ты никак не можешь. Да, мы на Виталькиной карте сегодня и сегодня. Привет, ребята. Кстати. Да, только как? Ура. Моя проверка. На-н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 а. А что делать? Ну да ладно. То. Так, давай. Что? Да? Да. Что-то я не верю. Мой любимый. А что у меня капсул лук включен? Я его не могу выключить. Да. Зеленый захотел, чтобы его связали. А. Он сказал еще. Он сказал, что и меня. Давай тебе. Да молодец, что ты сделал ночную проверку. Молодец. А? Кого? А кого? Я только поел. Копа. Он только поел копа. Ты видишь, что он написал? Он сейчас их кушает. Смотри, он кушает этих копов. Одного покушал. Одного покушал копа. Сейчас второго скушает. Нет, это... Нет, по-моему, вот этот... Его сами офицеры скушали, а не он их. Давай... В принципе, у меня уже все есть для побега. Я только поел. Да хватит говорить. Уже я только поел. Я не буду. Шая. Нормально. О, заключенный. Отлично. В смысле? О, спасите, я опять застрял. Вы издеваетесь? Я опять застрял. Какая? С
спасите, я застрял. А. По-моему, ты не застрял. Хотя это твоя фирменная фраза, я застрял. Это я застрял. Охрана даже читать не умеет. Я не могу, я застрял. Все можно покорить со своей судьбе. Виталик, тебе нужно вот тут двери, блин, поставить. Я не могу. Спасите меня. Я этому заключенному. Ладно, короче, мне надоело, я просто сдаюсь. Отстань от меня! На! На! А ты мне надоел, все. Ай! На. А кто это? Джулес какой-то. Да, я снимаю. Все. И не я. Все, я отомстил зеленого. Он меня обзывал. На. Все, я его, короче, связал, он не успеет добежать до камеры, надеюсь. Да? Да, я его связал. Ты что, желтого связал? Нет, а зеленого. Все, он так ждал кое-что и дождался наконец-то. И наконец-то дождался того, что ждал. Так. Кинем его сюда. А сам убежим. Сами далеко мы убежим. Виталик, ты меня спасай. На. Все. Я не успел. Ах ты предатель, Виталик. Ладно, я отомстил своему подписчику за все такое. Он может сам в комментариях написать, что он сделал. Да, я хороший парень. А ты нет. Ладно. Извини, если я тебя как-то обидел. Ладно, с вами был Астроном Персонал и Фланг Кей. Всем пока. Ну, все, на этом все, потому что все.